Приветствую вас на видеоканале «Ваше здоровье в ваших руках». Подписчики моих каналов, а также мои клиенты часто просят написать кулинарную книгу. И я решил это желание частично удовлетворить и открыл кулинарный канал диетолога Скачко. Чем отличается кулинарный канал диетолога Скачко и другие кулинарные каналы? Отличия очень существенные. На большинстве каналов вы найдете информацию на тему хлеба и зрелищ. Иными словами, как приготовить вкусный, ароматный, красивый рецепт какого-то блюда, напитка. Да. Очень мало информации, кому показаны эти блюда и напитки. И самое главное, кому противопоказаны. Когда вы перед праздником идете в интернет и ищете вкусные рецепты, чтобы порадовать кого-то из своих друзей, знакомых и родственников, то напомню, что пик попадание, наполнение гастроэнтерологии, хирургии, реанимации как раз связан с праздниками. В послепраздничные дни вот эти все кулинарные шедевры кого-то укладывают на больничную койку, а кого-то и в более неприятную ситуацию. А самый опасный день в году — это день вашего рождения. Знаете почему? Просто именинник в день рождения вынужден дегустировать различные кулинарные шедевры и разные напитки. С теми, кто пришел до, кто пришел вовремя, и с теми, кто опоздал. И перегруз пищеварительной системы приводит к тому, что резко повышается кардиологический риск. Поэтому я и открыл свой кулинарный канал, в котором пишу рецепты блюд и самое главное, как их использовать правильно, в зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья, погодных, экологических условий, вашего образа жизни и других переменных. Ну, к примеру, самый, пожалуй, популярный напиток — это кофе. И, к сожалению, из тех, кто стартует, начинает пить кофе, далеко не все доживают до преклонного возраста. А знаете почему? Ответьте мне на простой вопрос. Сколько способов приготовить кофе вы знаете и регулярно используйте для своего здоровья? Напишите в комментариях свой ответ. Сколько? Чаще всего один, два. В одной из своих опубликованных книг я опубликовал 110 способов, как приготовить кофе в зависимости от тех переменных, о которых я рассказал. Более того, перед тем, как выпить кофе, вы используете кофейные тесты. Что такое кофейные тесты? Кофеин — достаточно сильный алкалоид, перед употреблением которого в составе кофейного напитка вы должны быть уверены, что чашка кофе принесет вам пользу, и вы не будете рисковать своим здоровьем и своей жизнью. В этой книге «Почти все о кофе» я опубликовал 43 кофейных теста, почти половина из которых предупреждает: употребление кофе здесь и сейчас, в вашем индивидуальном уровне здоровья сегодня, вот прямо сейчас, опасно для вашей жизни. Чуть больше 20 тестов показывают угрозу для вашего здоровья. Обострение гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни, панкреатита, подагры, ну и других заболеваний, которые легко можно обострить с помощью кофе, либо, изменив вовремя способ приготовления кофе на правильный, предупредить. Выбор ваш. Либо вы хлеба и зрелищ до смерти, либо вы правильно, осознанно используете кофе как великолепный напиток. Ну, более современная книга, которую тоже можно купить, «Кофе, рейша, алоэ вера и ваше здоровье», в ней уже 68 кофейных тестов. Я несколько детализировал различные ситуации, которые могут встречаться в вашей жизни, чтобы вы пили кофе осознанно и только с пользой для вашего здоровья. А есть еще один напиток под названием чай китайский. Из чайного листа тоже готовят напитки. И сколько способов приготовить чай вы используете? Их есть десятки, но чай еще сложнее в влиянии на уровень здоровья, чем кофе. Просто чайный лист содержит чаще всего алкалоиды теобрамин и теофилин. Они создают дополнительные сложности и особенности использования чая для здоровья, а не просто как вкусный ароматный напиток. Если вы не знаете некоторые особенности, как приготовить чай в зависимости как минимум от вашей генетики, то вам может понадобиться еще одна моя книга — «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика». В ней описаны особенности влияния и чая в том числе на ваше здоровье, если рассматривать в разрезе онкологии. Это тоже очень интересный момент.
и предупрежден, вооружен, зная некоторые особенности вашего образа жизни, можно предположить развитие у вас онкологических заболеваний в определенных органах и системах. И, соответственно, ранняя диагностика – это успех лечения. Ну, если вы знаете эти факторы риска, не вопрос. Если вы не хотите знать, ну, как говорится, выбор ваш. Хлеба и зрелищ, я понимаю, сегодня и сейчас, а перспектива вас не интересует. Хотя многие онкологи боятся, кстати, в этой книге перечисленные факторы риска кардиологических заболеваний. Ведь когда говорят, что рак – это приговор, диетолог Скачко говорит, рак – это предупреждение. У вас чаще всего есть запас времени, чтобы вовремя изменить особенности своего образа жизни и помочь своей иммунной системе справиться с раковыми клетками. Напомню, любая, даже самая убитая иммунная система каждые 5 минут убивает по одной злокачественной опухоли. И за это видео, как минимум, одна злокачественная опухоль и у меня, и у вас уже была иммунная система уничтожена. Даже если у вас есть онкологическое заболевание. Просто ежедневно иммунная система уничтожает до 300 злокачественных опухолей. Если вы знаете только один диагноз, то понимаете, что в тот день, когда ваша иммунная система пропустила всего одну злокачественную опухоль, 299 она все-таки уничтожила. И уничтожает до сих пор, если у вас диагноз такой только один. И помочь вашей иммунной системе справиться с злокачественными клетками можно. Но для этого нужно кое-что изменить в вашем образе жизни. Щелчка пальцами нет. Если вы ехали по дороге неосознанно, и вам говорят, что впереди, например, Харьков, и вам не хочется попасть в Харьков, а вам говорят, до Харькова осталось столько-то месяцев, то не изменив дорожную карту, вы продолжаете ехать в Харьков. Если вы хотите вылечить онкологию можно, но нужно изменить особенности вашего образа жизни, ваше питание, ваше мышление, наконец. И в этом случае у вас появляются шансы вылечить онкологию в домашних условиях, на любой стадии. Также, чем интересен еще мой канал, есть и другие блюда и напитки. Например, имбирный чай. Вы знали, что имбирный чай может не только обострить вам гастрит либо панкреатит и создать угрозу для вашей жизни. Имбирный чай, неправильно приготовленный, может вам вынести смертельный приговор, точно так же, как чашка кофе или либо чая. Это тоже нужно знать. И такие видео тоже есть на моем канале. Там есть имбирные тесты, ориентируясь на которые вы либо правильно применяете имбирный чай, либо рискуете своим здоровьем и своей жизнью. Точно так же на моем канале вы найдете особенности приготовления различных других блюд и напитков, в технологии которых очень часто заложены сложные моменты. А именно, не все биологически активные вещества могут принести вам пользу, некоторые могут стать вредными для вашего здоровья, и это тоже нужно знать и учитывать. Поэтому, если вы хотите жить лучше и дольше, безусловно, нужно больше внимания уделять правильному питанию и правильному приготовлению различных блюд и напитков. Ведь неважно, какие диагнозы у вас есть, неважно, какая у вас генетика, важно одно. Правильное питание – это правильное дыхание, правильное употребление воды и правильное употребление различных блюд и напитков. Эти три компонента жизненно важны, когда они одновременно встречаются в клетке. Тогда происходит нормальный обмен веществ. Если где-то у вас здесь вы что-то делаете неверно, вы не знаете, как правильно дышать, вы не знаете, как правильно пить воду, не знаете, как правильно питаться, ну, я очень сомневаюсь, что ваше здоровье долго будет крепким. Поэтому смотрите мой видеоканал, найти его просто. Набираете в поисковике кулинарный канал диетолога Скачко и попадаете на десятки видео, в которых я рассказываю о том, как правильно питаться для вашего здоровья и активного долголетия. Если вы хотите быстрее получить информацию, наиболее полная, доступная на сегодня книга об питании, об особенностях здорового образа жизни, моя книга «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки». Это не просто два основных фильтра в организме, которые обеспечивают вам более спокойную жизнь, очищая своевременно вашу кровь. Печень – это еще и главная ваша кормилица. Я бы сказал, это метаболический мозг. От работы печени зависит снабжение вашего организма теми питательными веществами, которые вы внесли в свою пищеварительную систему и, правильно приготовив блюдо, обеспечили их полноценное переваривание. Только в этом случае
пройдя около 20 сложных этапов превращения в организме, ваша пища из блюда либо напитка, правильно приготовленного, достигает ваших клеток и может участвовать в обмене веществ. Поэтому эти особенности вашего образа жизни нужно знать, а на моем кулинарном канале вы их можете найти. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами: крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, поставьте на него лайк, можете отметиться в комментариях по какой-то теме, возможно, что-то я сказал не до конца понятно. Ну, напишите, уточните, я попробую ответить, чтобы вы получали больше информации и могли раньше заняться самым ценным достоянием, которое у вас есть. Это ваше здоровье. Если вы посмотрите в историю, то окажется, что раньше люди жили по 700, по 800 лет. Если вы зайдете на кладбище, там увидите несколько иные цифры, более скромные. Как минимум на порядок. И эта особенность, эта трансформация, это не только экология, это неправильные к ней отношения. Вот. На этой ноте я все-таки это видео буду заканчивать. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» — это YouTube. А также «Школа Доктора Скачко» в Instagram.